Заходите, не стесняйтесь, заходите, пожалуйста, заходите. Новые автобусы вышли в рейс. Машины марки «ЛиАЗ» вмещают больше 100 пассажиров. Самарцы уже оценили удобство нового транспорта. Низкие ступеньки, все чудесно. Нам это нравится, пожилым людям особенно. Как заходите, такое ощущение, что вот приятно, тепло и нормально. Не то, что тем, как эти маршрутки, сиденья только железки. Это прямо удобно, хорошее. Новенькое, все видно, чистенько. И так ощущение такое приятное, конечно, предпраздничное. Как раз накануне 8 марта очень приятно оказаться в таком автобусе. Новые автобусы начали курсировать на маршрутах номер 1, 34 и 50. Машины низкопольные, оснащены откидной аппарелью для удобства маломобильных граждан. Работают автобусы на газомоторном топливе, поэтому гораздо экономичнее и экологичнее дизельных. Да и управлять новыми машинами легче, признаются водители. Руль, правда, какой-то поменьше сейчас поставили. Раньше побольше было, сейчас поменьше стал. Лучше крутить и легче. Но рулевое управление легкое. Коробка скоростей включается автоматически, по-другому немножко, но все равно все так же. Плавно идет, в общем. Всего в этом году автопарк муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» пополнили 82 автобуса. Все машины приобретены за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Лариса Шалафат, Сергей Баскин. События.